Приветствуем вас на канале Раиса Гриченко, дача, сад, огород, цветы, мира и добра вам. Сегодня у нас очередной агрогороскоп на май месяц. Простите, что не вовремя, но у нас еще есть несколько дней для того, чтобы подготовиться, чтобы посеять капусту в определенные благоприятные дни и получить хороший урожай. Сначала мы для средних сортов сеем капусту, ну и в ближайшие дни мы посмотрим с вами сейчас несколько периодов, когда можно использовать посевы для той капусты, которая будет храниться. Итак, поехали! Агрогороскоп посадки капусты в мае 2022 года, киевское время. Вот прошу обратить внимание, у нас был опыт посева семян капусты, вот этот период. Период, когда солнце находилось в Тельце, а растущая луна в Раке. Вот это сочетание очень хорошо дало нам вот для среднего сорта капусты хороший урожай. Мы эту капусту затем высаживали в знаке тоже Телец. Это была луна в Тельце. И собирали урожай снова же в Тельце. И получалась буквально шикарная, очень вкусная капуста. Мы закрывали в банке ее. И для засолки очень хорошая. Поэтому мы вот этот вариант рекомендуем для тех, кто хочет средние сорта, и для заготовки. Вот можно просто использовать вот эти знания, этот опыт. И вот можете посеять 5 мая с 4 часов до конца суток, 6 мая все 24 часа, 7 мая с 0 часов и до 12 часов. Постарайтесь до 12 часов, затем уже будут ощущаться луны без курса. Спящая луна не дает нам хороших результатов. Вот это первый такой период, который можно использовать. Далее вот эти два периода, которые мы будем рассматривать, это чисто для тех сортов, которые вы собираетесь хранить, собрать урожай и занести на хранение. Вот это время солнца в Тельце, 22-23 градус, и растущая луна в весах. Весы покровительствуют капустам. Особенно это касается белокочаны. Но практически можно и другие сорта, и цветную, и то, что вы еще любите сеять, высаживать, можно вот использовать этот период. Но это капусты для хранения, еще раз говорю. 12 мая начинается такой период с 10 часов до конца суток, 13 мая 24 часа. Пожалуйста, не используйте 14 мая. Я знаю, что вы будете снова писать. Кто-то чего-то там написал, что 14 можно посеять. Будьте добры, внимательно изучайте агроастрологию. 14 это время сожженного пути полнолуния. Далее там луна без курса. И энергии не подходят для того, чтобы получить хороший урожай капусты. Далее еще очень хороший период. Это у нас... Смотрите, какое сочетание, просто супер! Солнце в завершающих градусах с 28 градуса по 30 знак Телец. И убывающая луна в знаке Козерог. А убывающая луна сразу же после сожженного пути полнолуния, где вершки и корешки прекрасно дают урожай. И вот смотрите, 18 мая начинается этот период для посева семян капусты на рассаду с 16 часов до конца суток. 19 мая все 24 часа и 20 мая с 0 часов до 14 часов. Затем у нас немножечко теряется времени, но это луна без курса, мы снова же ее не используем. И вот это у нас, вот смотрите, такие три периода. Я постараюсь сейчас вам все эти периоды сразу же показать. А теперь мы, то, что я обещала, сейчас поговорим о времени высадки. Многие уже имеют рассаду, высаживают сорта, которые созревают с момента всходов и до сбора урожая больше 100 дней, 100 и 120 дней. Я вам все-таки рекомендую сейчас новые сорта и гибриды, которые очень хорошо адаптируются к этим новым климатическим условиям, и они созревают за 90, ну самое больше 100 дней. Используйте вот эти сорта. И вот смотрите, как можно использовать то, что я вначале говорила. Вот этот период, да, это у нас агрогороскоп высадки рассады и в теплице, и в открытый грунт, когда уже почва готова. Что можно сделать?
Рассада обычно месячная, особенно сейчас, когда уже в мае месяц солнечный календарь работает на полную мощность, и рассада очень быстро растет. Условия супер. Поэтому можно, вот, допустим, посеять 5 мая, а затем уже готовую рассаду высадить. Вот смотрите, да, казалось бы, за 3 недели, но очень быстро растет сейчас рассада капусты, поэтому можно вот за этот период получить рассаду и высадить в тельце. Вот это тот период, когда можно использовать для того, чтобы получить прекрасный урожай для заготовок и даже для хранения. Посмотрите, мы используем вот этот момент, когда и энергии солнечного календаря, и лунный календарь, и сочная вкусная капуста. И здесь у нас посадка в грунт идет в тельце. Замечательное время и прекрасный получится результат. Но я напомню еще раз, что у нас есть такой агрогороскоп. Сделаю сноску еще, ну, если лень искать. Вот здесь вы видите, вы можете выбрать эти варианты. А на июнь месяц, на время посадки различной рассады, в том числе и капусты, у нас буквально уже через несколько дней начнутся видео на июнь месяц. Ну что ж, Раиса Горяченко, Александр Волик подготовили это видео. Мы обещали и выполнили нашу просьбу подготовить вот такой агрогороскоп для капуст, потому что очень многие высаживают и высевают капусты сейчас средних, поздних сортов. Будьте внимательны, готовьтесь, внимательно изучайте еще раз, что по технологии обязательно все выдерживайте и не увлекайтесь азотными удобрениями для того, чтобы вырастить действительно хорошие витамины, вот эти кочаны, которые будут вам служить еще и осенью, и зимой, и весной следующего года. Ну что ж, мы прощаемся с вами. Всего вам самого-самого доброго. Мира вашему дому и здоровья, всем крепкого и благодатной погоды. Пока-пока!